21-летняя Алисия Викандер рассказала о съемках эротических сцен. Шведская актриса призналась, что ее искренность позволяет делать такие моменты яркими с первого дубля. Кинозвезда снялась в новом проекте. Она исполнила одну из главных ролей в фильме «Птица землетрясения» и «Earthquake Bird». По сюжету картины, Викандер должна показывать страсть к японскому актеру Наоки Кобаяси. Звезды откровенно целуются в кадре. Алисия заверила, что съемки постельных моментов даются ей легко. Актриса стремится в них полностью реализовать свой творческий потенциал. «Я снялась в своей первой сексуальной сцене, наверное, лет в 20. И тогда и сейчас все очень реалистично, как и должно быть. Я стараюсь, чтобы этот процесс был быстрым и приятным», — поделилась откровениями Викандер в интервью для Harper's Bazaar. Звезда фильма «Тюльпанная лихорадка» не снималась полностью обнаженной. Тем не менее, она готова к тому, что сделать это придется. Актриса пояснила, что порой случаются и не очень приятные моменты, но она научилась преодолевать сложности. Как танцорам ставят хореографию, так и у нас. Режиссеры ищут способ сделать так, чтобы всем было комфортно. Хотя порой бывает странно и неудобно. Мы пытаемся через объектив передать немного магии, чтобы зрители поверили, что все по-настоящему, резюмировала супруга актера Майкла Фассбендера. 2 года назад Алисия и Майкл тайно поженились на Ибице. Папарацци засняли пару до и после торжественной церемонии, а также запечатлели на романтическом ужине в Париже. Культовый приключенческий фильм «Расхитительница и гробниц» Лари Крофт вернулся на экраны спустя 17 лет. В новой картине в образе смелой и опасной героини предстала Алисия Викандер.